они били, потом, допустим, говорят, кто лучше президент мира? Мы должны были ответить, Александр Григорьевич Лукашенко. Они молодцы, и по очереди опять. Ту-ту-ту. Вот так вот били. Потом еще какой-нибудь вопрос, там, я не помню. Будете ли писать? Да, будете ли вы писать заявление об избиении? Нет, не будем. Молодцы. И опять там бить. Там женщина на входе была, которая просто берет, бьет по ногам, ну, чтобы самоутвердиться как-то или просто покалечить, и просто берет и спрашивает, как дела, сучка. И просто берет, себе дальше ставит к стене, просто бросает в стену, как будто какая-то вещь, заставляет раздеваться, то есть, и как бы, когда ты ставишь ноги на ширине плеч, как надо, руки за спину, она тебе бьет еще больше, то есть по ногам. Отобрал у меня телефон, заставил его разблокировать, сел на меня и смотрел. То, что у меня в галерее творится, и, в принципе, все мои переписки личные, то, что в каких группах я состою. И когда он увидел группу, вот, чай с малиновым вареньем, наподобие вот этих всех групп в Телеграме, он сказал, что достает вазелин из кармана и говорит, ты знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Мы тебя просто изнасилуем. И как бы вот это вот были угрозы на протяжении вот всего пути, там, минут 15. То есть мне говорили, что меня изнасилуют, что меня прикопают где-то в лесу. И они действительно, вот был момент, когда они остановились возле леса, и такие, ну что, готовься. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже, ну, описать, то есть, ну, сравнить, ну, величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше был, спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок практически. То есть там была просто какая-то щель и дикая боль у того человека была. Люди глазами просили, чтобы их оттуда забрали. В глазах читался просто полный ужас. Я хотел бы просто, чтобы закончился этот зверский режим. И чтобы такого, как Рестина, больше никогда не повторялось. Близко, не сами сидите.